Сейчас покажем, как поменять максимальную скорость на этой машинке. В настоящее время сейчас стоит скорость 3000, то есть она больше не увеличивается, меньше увеличивается, а больше нет. Для этого, чтобы нам изменить скорость, мы нажимаем P и кнопку минус. Переключаем параметры 4.0 на функцию, на параметр 2013. Так, 13. Далее у нас появляется P00, то есть переходим на программу P01. Здесь мы у нас входим опять в P и можем теперь изменить максимальную скорость. Допустим, поставим на скорость 5000. 5000 и нажимаем S для сохранения программы. Все, машина теперь у нас стоит максимально, максимальная скорость 5000 оборотов. Все.